Всем привет! Выбрались мы с Сашей на отвалы приготовить новое блюдо. И шли мы пешком и встретили, вон там, может, видно, встретили мы дядю Толю. Он тоже шел с похода. Пригласили мы его в наш поход присоединиться до нашей готовки. Был, конечно, неожиданный приятный сюрприз. Ну, как бы мы знали, что дядя Толя где-то тоже в походе. Но где именно, нет. И во сколько он там едет обратно и так далее. Вот такой тут безлад. Тут раньше было немножко лучше. Сейчас тут непонятно, что сделали. Нарыли ямы, мусор понакидывали. Вот здесь, получается, бомбоубежище было. Его дядя Толя показывал, спускался туда. Ну, сейчас тут разгромили, по-видимому, наверное, какие-то вандалы, потому что металл, по идее, вырезали. Вот что здесь осталось. Ну, в убежище тут еще спуститься можно. Мы давно хотели, Саша, в него спуститься, но просто как-то, ну, не было времени, никак не собирались. Сегодня мы, наверное, спустимся, посмотрим. Тут, как бы, в принципе, перекрытие целое, спуститься можно, только вот-вот вход вот здесь разрушен. То есть, а вот там вот все нормально. Так что сегодня спустимся, посмотрим. А сейчас перейдем к готовке. К этой готовке мы готовились уже давно. Ну, как бы мы планировали, хотели все попробовать, приготовить это блюдо. Ну, то времени не было, то еще что-то. То есть что-то постоянно мешало нам. Ну, наконец-то мы выбрались и сейчас вам приготовим, покажем такое вот блюдо. Вот у нас уже распалил костер Саша. Вот дядя Толя. Дядя Толя, помашить вашим подписчикам и нашим. Не дали домой спокойно доехать. Перехватили, пошли опять. Да, по дороге дядю Толю споймали. Да, я рассказывала только что людям. В общем, вот у нас такие ингредиенты. Кто догадается, что мы будем готовить сегодня? Вот такие. Ты же скажи, что там где. Капуста, а тут видно, капуста, блин. Да. А то что, огурцы? Огурцы соленые, да. Соленые. Там мясо, там курочка. Мясо маринованное. Соус. Ты что, моя? Соус. Сырный. Мы взяли сырный. Лаваш. Да. Так что давайте свои догадочки пишите в комментарии. Да. Я уже знаю, что будет, но не представляю, как оно будет на костре. Ну, вот нам тоже интересно. В общем, поехали. Давай, готов. Ну так, ребята, ну что, кто догадался, кто не догадался, мы сегодня будем готовить шаурму. Мясо у нас уже готово. У нас мясо замариновано. Аромат вообще бомбезный просто. Аж в носе круто. Дядь Толя, кажется, не наелся, ну... Я думаю, после таких ароматов уже опять... Ну разве что по этим отвалам прогоните пару кругов. Для этого, я говорю, помидоры есть, капуста, огурчики соленые. И взяли сырный соус. Угу. Вообще там идет другой соус, но мы хотим попробовать сырный. Сейчас мы нарежем капусту. Ножичек, правда, маленький. Неудобно резать капусту таким ножиком. Верхний слой можешь снять. Да, я сниму. Вон, она не помытая. Нашинкуем капусту. Давай нашу. Зайцам отдам. О, да, зайчиков надо покормить. Будем экономкой нарезать, пробовать. Будет тогда тоненькая такая вот. Угу. И вкусненькая. Угу.
Зайчиков подкормим капусткой, остатками капусты. Пока я нарезаю, Саша там растапливает костер. Сейчас туда мясо поставим, жарится. Блин, я почему-то вспомнила плов, как мы зимой готовили. Да, было дело. Наверное, из-за того, что сейчас на улице прохладно. Вспомнила почему-то. Было, конечно, тяжело готовить, потому что было холодно, руки замерзали, перчатки были уже тоже мокрые, холодные, замерзшие. Но было вкусно. Дальше нарежем наши огурчики. Солененькие. Тоже, видать, бочковые. Да. Придешь, я тебя нагрузил бочковых. Что там наш костер, Саша? Доходит. Надо же угли, а не костер. Чуть-чуть притушим его. Там, оно все равно будет потом разгораться. А понятно. У меня почти все ингредиенты нарезаны, осталось только мясо пожарить и все это заправить и еще поджарить быстрее. Блин, я представляю, какое оно будет вкусное. А я не представляю. Я фантазирую уже просто на ушке. То, что на костре готовится, оно все так вкусное. Даже, к примеру, тот плов, который мы готовили. Мы реально первый раз готовили плов, да еще в походе, то был вкусный. Так, цибули мы оставляем. Да, цибулю положим тоже. Маринованную цибульку в нашем соусе положим тоже. В лаваш. Взяли специально шампуры для колбасок. Они не прокуренные, они квадратные. Да, так, так будет намного проще. Блин, я уже хотела пробовать. Я уже не терпится. Я же говорю, мы так готовились долго к этому. Ну да, и вышли в 2 часа. Не, уже солнце на закат идет. Они только идут. Я в том плане, что мы как бы давно это вообще в голове себе там запланировали приготовить это. Ну да, у вас последний выход был, наверное. Ну да, не наверное, а точно, со мной летом. Да, да. Сколько вы вообще планировали? 2 месяца или месяц? Или больше даже? Ну да, но мы думали, чтоб его приготовить такого интересного. У нас еще идея приготовить этот бургер. Такое, короче, бургер на костре. Посмотрим, может после этого еще бургер приготовим. А по-русски? Своими словами. Люди поймут. Что такое бургер? Это булочка, да? Разрезанная пополам. Это такое, как вот нарисовано на соусе. А, ну да, я так и подумал. Бургер — это булочка испоганенная, разрезанная пополам. Туда наложено всякой всячины. И в рот не упхнешь.
Зато вкусно. Ну там ясно, что вкусно. Хавальничек надо иметь побольше, да? У нас получается... Пакетики никакие не брала. Что же бургеры готовятся? Только бургеры и картошка фри. Люди берут постоянно. Несмотря по своему объему ротика, но они все равно берут и как-то едят. Я еще так скажу, что этот... Надкусывают. Я хохол тоже. Я не съем, так я хоть понадкусываю. Это еще такое. Это еще не бургеры, то, что продаются. Вот, ну, хотя в KFC, по-моему, продаются бургеры там нереальные. Вот такие. Большие. В Макдональдсе что же большие есть? В Маке таких больших нету. Ну да? Да. Ну так, в принципе, вот наше все заготовленное, осталось только мясо. Цибулька, капустка, помидор и огурчик. И соус и лаваш. И теперь это все будешь заворачивать в лаваш. Да, после того, как мясо приготовится, мы мясо нарежем и будем... Будем подождать мясо. Переворачивать не совсем удобно. Да? Ничего. Нормально. Готовилось наше мясо. Сейчас, ох, аж жир течет. Ага, приклеилось. Вот такие вот три красивых кусочка. Ух ты, елки. Так, а ну-ка попробуем. Так вот снять. Так. О, отлично. Ой, пахнет вообще. Теперь осталось его нарезать. Держи. О, блин, класс. Деликатес. А, блин, пахнет офигеть. Сколько она горячая, надо придерживать. Ты вилочку взяла? А ну, Саш, посмотри. Нормально. Горячий сырым нормально. Не бывает. Оно еще будет в этом, да. Мелко режь? Да, я сейчас порежу. Мне просто надо от косточки освободить. Цибулька наша
мясо перекилешуем. Саша, ты что с большими кусками цибуля нарезал? Ничего. Надо было соломочкой. А ну иди занюхай. А, класс. Пахнет? Да. Так шашлык. Ну, сейчас будем шашлычок есть. Ну так, правильно, наш маринад для шашлыка. Нет, я, кстати, использовал этот хмели-сунели. А хмели-сунели это первое. Первая специя для шашлыка. Ну, вообще для мяса. Короче, вот такая у нас получилась. Мясо с луком и там овощи. Сейчас это все. Самое интересное, как ты будешь его теперь заправлять. Заправим. Наши косточки собачкам отдадим. Ваши косточки? И то, что осталось. Короче, у нас лаваш. Покупали мы лаваш. Не было другого, взяли с этим. Со шпинатом. Попробуем. Он зелененький. И тут на этом моменте надо ставить музыку. Мультика «Моряк Папай». Ага, хотели втихаря спас. А тут вдруг откуда ни возьмись, появилась. В общем, дядю Толю черти вынесли им навстречу. Сейчас мы это все смажем сырным соусом. Не, ну там и должно было быть с запасом. Должно быть. Не, ты делай два. Я у тебя надкусю, у Саши надкусю. Да, я делаю два, а там просто мы это все разрежем. Так, я понадкусию, то у тебя, то у него. Ну, да, да, лаваша там, а, две штуки, да. Два лаваша, да. Но просто удобно не будет. Хорошо смазываем, жирненько, так, чтобы было вкусненько. Дядь Толя, вы уже проголодались? Не. Не? А вы шо? А солнце уже садится. Скоро стемнеет. В принципе, осталось немножко. Осталось просто его вот это все загрузить и на костры подать. Сейчас съесть. Чай у нас уже нагрелся. Так, ну приступим уже к заправке. Надо это все разделить на две порции. У нас мясо получилось. Капусточку нашу. Дальше наши огурчики пошли в ход. И помидорчики. А морозец скрипчает. Соусом сверху надо поливать или нет? И еще важный момент, когда будете сматывать ее, надо будет ее плотно-плотно сматывать.
Не хочешь попробовать нет, не смотать? Так. Неправильно. Вот так, давай, туда. Так. Опа. Делай первый этот. Первую закрутку. Вот. Подожди, стоп, стоп, стоп. Теперь заворачивай края. Так, и с другой стороны. А с другой стороны тоже, да? Да, с другой стороны, да, обязательно тоже. Ой, разваливается. Ой, рвется. Такой у нас жирненький получился. Все. Вот так я оставляю. Так, только один... единственное, надо быть его как-то, может быть, смотать. Не знаю. Зашить. Зубные эти, зубочистки. Зубочистками зашить. Ну, я сомневаюсь, что они помогут. Но они будут держать. Ничего, мы сейчас его аккуратненько положим. Главное, чтобы он сейчас прихватился. Ну, в общем, так само делаем, наверное, и второй. Ну да, уже на морозе оно лопается. Ого, ты же такая жирная. Как-то там его задел, волна заделай. Пускай пока лежит. Сделай автору вот так, на ухрест. А как мне его можно... перевернуть? Ага. Вопрос, конечно, интересный. Надо было решетку брать. Попробую, пускай лежит, а ты вот так попробуй просто его перевернуть на шампурах. Как? От себя вперед. Он вот так? Да. Возьми вилку, ложку. Там где-то вилка еще есть. Вот так. Ого. Ого. Он пожарился. Это уже точно. Зажарили конкретно. Ну, как говорится, первый ком блин, первый блин всегда не так, как надо. Короче, это наш первое испытание. Эксперимент, ну эксперимент, да. Эксперимент, да. Ну. Ну, этот раз, короче, мы так приготовим, а там, может, переделаем, короче. Следующий раз, да, возьмете решетку и сделаете на решетку. Может, даже и в гараже это будет. Да, там, может, хоть где-то, там хоть можно будет мангал растопить, да хочу. В гараже теплее будет. Ну да, и печку можно с собой взять. И ветродуйчик. И руки вот не так будут замерзать, ну, красные. Что это за трава? Человек леса Z просил. Когда будет видео с гаража? А, уже соскучились? О, ёлки-палки. Да. Если бы кто-то знал бы, как у нас в гараже чисто. А, там, ну, там завал сейчас. Да, тонны полторы металла, наверное. Всякого разного. Да там сейчас не пройти. Мы, блин, сколько убирали, убирали в том гараже. Ну. И все, и все надо, и все надо. Да, сейчас такие времена. Выкидать ничего нельзя. Да. Все складируется. То, что еще может пригодиться, то еще едет в гараж. У меня война с женой за балкон. Все требует убрать. Не поджарило так сильно. Там
стой, 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 не надо. Если ты хочешь этот, то... Нет. Чтобы не переломилось оно и не высыпало. Стой, не надо. Давай тарелку. Ты думаешь, уже достаточно? Не, ну если Ира хочет доставать, то... Я хочу посмотреть. А, не, если ты посмотреть просто хочешь, то это зря. А, ну в принципе, что, мне кажется, наверное... Ну внутри он не успел и прогреться. Ну толком. Давай, давай еще раз. Съезжает. Ничего, не уедет далеко. Что, не готова еще? Думаю, можно уже. Ну что, уже тоже не это, не сильно пересушить. Готова? Да. Ну, чуть-чуть пережарили одну сторону, ничего. Давай вторую. Можно сделать красиво. Взять ножики. Зачистить. Да. Не надо ничего зачистить. Ну как вам? Прикольно. А покажите, что там внутри, как он выглядит. Ух ты, елки-палки, блин. Как настоящий. Да. Несмотря на то, что он зажарился, мы предполагаем, может, из-за того, что он с этим, с шпинатом. Да, наверное, скорее всего, это, ну... Из-за того, что сам лаваш со шпинатом. Ну а на вкус как? Обалденно. Прожарился внутри. Угу. А ну вкусни. Блин, елки-палки. Вкусно? Офигенно. Так, ну. И даже такой сочный. Второй стоит еще. Ну ладно, всем приятного. Так, ну теперь, блин, очередь Саши. Ёлки-палки. Мы с дядей Толей съели. Пахнет. Так, ну мы теперь, наверное, этот... Мы только облизуемся. Теперь мы, наверное, Саше передаем челлендж дяде Толе, чтобы он приготовил. Да, теперь следующий готовит дядя Толя. Так это надо придумать где. Так что, мы так приготовили... Сейчас хотим посмотреть, как дядя Толя. А ну-ка, покажи начиночку свою. Сочная вообще. Вот дядя Толя ел, вон накапал там калюжа вот тут это. Это он накапал. Сразу видно, что она сочная, вкусная, поджарилась. Офигенная. Люди скажут, что-то другое. Люди, слушайте, готовьте это. Это на природе, на костре, блин. На костре. На таком морозе. Да, только не на морозе. Потому что, ну реально, мы с Сашей любим шаурму-то покупать на базаре. Ну блин, на костре, но совсем другое получается. Кстати, заметь, оно, когда они готовят, ну, на базаре, оно не такое сочное, а сейчас оно просто капает. В общем, классно, офигенно. Так что. Ну, я думаю, наверное, на этом будем прощаться. Мы сейчас доедим. Попьем горяченького чайка, согреемся. Тут носы уже красные. Да, руки красные, все уже. Телефон разряжается. Так что будем прощаться. Тогда подписывайтесь на нашу группу в Инстаграме «Туризм Кривой Рог». Также на мой аккаунт тоже в Инстаграме. Там ссылочка будет в описании на мой Инстаграм, на «Туризм», на Сашин Инстаграм. Подписываемся на наш канал. И на дядю Толю. И на дядю Толю, да. От дяди Толи подписчики к нам пришли. Да. Пишем комментарии, что вы думаете по поводу нашей шаурмы. Ну, она вообще бомбезная получилась. Как бы, может, на ролике она будет, не знаю, кому-то... Кому-то покажется, она не такая вкусная, но, блин... На экране она всегда красиво выглядит. Даже лучше, чем естественно. А вживую вообще офигенная. Кстати, дядь Толя снимал первую шаурму, которую мы съели с дядь Толей напополам.
то она немножко поджарена. А Саша как раз уже второй раз жарили. То, что он для нас жарил, это для себя. То у него же хорошая рита получилась. Ну, то есть немножко там поджарено, но не сильно. Я уже просто не выдержал. То есть, ну, в общем, офигенно. Ладно, ребят, все, пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Все, пока-пока.